Донецкая, ордена Ленина, железная дорога. В крае угля, металла, химии и машиностроения пролегают ее пути. 2860 километров эксплуатационная длина магистрали. Это всего 2,2% от общей длины железных дорог нашей страны. Зато грузонапряженность Донецкой дороги исключительно большая. В 1,7 раза больше, чем в среднем по стране. На ее долю приходится свыше 33% отгрузки угля, 40% кокса, 20% черных металлов и почти 80% флюсов. Министерство путей сообщения Советского Союза. Приказ Е-29-415 от 3 ноября 1967 года. Начальнику главного управления учебными заведениями Пронтарского, начальнику планово-экономического управления Мулюкину, ректору Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта Игнатьеву, начальнику Донецкой железной дороги Кривенко об организации Донецкого филиала ХИИТа. В целях дальнейшего повышения качества подготовки инженеров для Донецкой железной дороги Министерство путей сообщения приказывает: первое. Организовать с 1 января 1968 года в Донецке филиал Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта, ликвидировав с этого же числа Донецкий учебно-консультационный пункт ХИИТа. Второе. Начальнику главного управления учебными заведениями Пронтарскому. Организацию филиала ХИИТа в Донецке произвести в пределах плана, предусмотренного МПС, на подготовку кадров на 1968 год. Утвердить ХИИТу необходимые дополнительные штаты согласно положению. Третье. Начальнику Донецкой железной дороги Кривенко. Для организации учебного процесса и обеспечения студентов-заочников Донецкой железной дороги жильем выделить для филиала безвозмездно здание площадью в 5,4 тысячи квадратных метров. Выделить безвозмездно необходимое хозяйственное и учебное оборудование и инвентарь, а также необходимые средства для приобретения лабораторного оборудования. Обеспечивать жилой площадью преподавателей и работников филиала. Обеспечивать за счет средств дороги хозяйственное обслуживание и ремонт помещений, предоставленных филиалу. Четвертый пункт. Главное управление учебными заведениями товарищу Пронтарскому, Центральное планово-экономическое управление товарищу Мулюкину и начальнику Донецкой железной дороги товарищу Кривенко предусмотреть в плане 1969 года проектирование учебно-лабораторного корпуса филиала и по готовности технической документации представить предложение о сроках строительства этого корпуса. Пункт 5. Ректору ХИИТа товарищу Игнатьеву с 1 января 1968 года обеспечить нормальный ход учебных занятий в филиале. Обеспечить филиал всей необходимой учебной и учебно-методической документацией. Привлечь высококвалифицированных специалистов Донецкой железной дороги к чтению лекций, дипломному проектированию и другим видам учебной работы. Заместитель министра путей сообщения СССР Матвейцев. Идея принадлежит Кривенко Яку Николаевичу. При нем был открыт учебно-консультационный пункт, и затем он трансформирован уже по инициативе Преклонского Виктора Васильевича в филиал ХИИТа. Оснащенность, приобретение аппаратуры, оборудования, мебели, строительство впоследствии общежития, традиции по взаимодействию Донецкой железной дороги и Донецкого института или филиала, Донецкого филиала были заложены при Преклонском. Все-таки это его идеи, его отношения, и эти традиции поддерживаются руководством Донецкой дороги и сейчас. И во все времена так было. Все помогали, все с пониманием относились к нашим проблемам.